взгляните в ваше будущее. Какой будет ваша встреча с Иисусом Христом? Мои поступки, многое из того, что я делаю, продиктованы тем, что я думаю о будущем. И я думаю о том моменте, когда я увижу Иисуса. Потому что я понимаю, что все, что я делаю, принесет либо вознаграждение, либо сожаление. Так это и будет. Скажем, у меня появились свободные деньги. И хорошо, тогда в тот день, в будущем, когда я увижу Иисуса, какие мои действия принесут награды, а какие разочаруют? Я мог бы на эти деньги купить много интересного для самого себя, но в тот день, понимаете, я ожидаю того дня. Может быть, сегодня я отдам эти деньги бедным, потому что в тот день я получу награды за это. Наверняка каждый из нас покупал вещи, о которых мы теперь сожалеем. И мы сейчас говорим, да, зря потратили деньги и там, и тут. Думайте о том, что мы скажем в конце всего. Когда вы будете стоять перед Богом, будете ли вы сожалеть о побрякушках, которые вы на себя навешивали? Будете ли вы сожалеть о стиле вашей жизни, об одежде, которую вы носили? Как по поводу времени? На что вы тратите время? Скажете ли вы в тот день, что вы очень рады, что просмотрели целых 7 тысяч фильмов в интернете? Или же вы будете сожалеть, там на земле я растратил все свое время? Представьте, что вот эта вот веревка тянется очень далеко и никогда не кончается. Просто представьте, что ее можно пару раз обернуть вокруг земли, на самом деле это не так, она заканчивается на той стороне сцены, но просто представьте, что эта веревка тянется до бесконечности. И теперь представьте, что эта веревка является шкалой времени вашего существования. Вы будете существовать вечно. А вот этот вот красный наконечник, видите? Это будет представлять время вашей жизни на Земле. У вас есть несколько коротких лет здесь на Земле. И потом у вас есть еще целая вечность где-то еще. Это шкала времени вашей жизни. И что меня поражает, это то, что многие из вас думают только об этой красной части вашего существования. Это все, о чем вы думаете. Вы просто этим поглощены. Вы говорите себе, я не могу дождаться вот этого момента. Я буду много работать, я буду откладывать деньги. И потом вот в этой вот части я буду наслаждаться жизнью. И вы просто поглощены этим. И вы думаете, смогу ли я путешествовать, смогу ли я покупать себе качественную пищу. И вы думаете, сможете ли вы еще что-то делать, о чем вы мечтаете. Я вас спрашиваю, вы что, шутки со мной шутите? А как по поводу всего этого? Как по поводу вечности? Это меня просто с ума сводит. Потому что Библия учит, что мои поступки во время вот этого вот маленького красного отрезочка, они определяют, как я буду существовать в течение миллионов и миллионов и миллионов лет в вечности. И поэтому зачем мне тратить вот этот вот маленький красненький промежуточек, пытаясь устроиться как можно более комфортабельно? Наслаждаться вот этим вот маленьким кусочком по полной программе? Апостол Павел говорит, я потрачу свою жизнь на служение, я истрачу свою жизнь, я вложу свою жизнь для того момента, когда я пересеку эту заветную черту. Я забуду обо всех наслаждениях, которые находятся вокруг меня, я не буду смотреть по сторонам, я буду как спортсмен, я буду стремиться к цели, когда я встречусь с Богом, потому что когда я наконец с Ним встречусь, у меня уже не будет второго шанса. У вас есть всего один шанс здесь на земле, и он может закончиться в любую секунду для любого из нас, и потом начнется вечность. И я не буду обманываться, я не буду растрачивать свою жизнь. И некоторые люди смотрят на мои действия и говорят, ты так глупо поступаешь, потому что в конце концов это повлияет вот на это вот. И вы знаете, что я отвечаю? Это вы глупые, потому что мои решения будут влиять на все вот это вот. Поймите, я серьезно об этом говорю. Я наблюдаю за тем, как люди живут, и думаю, это же такое сумасшествие. Вы так глупо тратите свою жизнь. Вы сейчас вот это вот сделаете, чтобы насладиться этим только сейчас, и вы даже не знаете, есть ли у вас завтрашний день, и вы думаете, что вы умно поступаете, а я глуп? Понимаете, это не имеет никакого смысла, мы не должны смотреть по сторонам. И, конечно, это все искушает каждого из нас. Жить на земле сложно, потому что все вокруг живут именно так. Люди вокруг нас живут для этого красного отрезочка. Никто не думает о миллионах лет после этого. Это ужасное обольщение, которое каждого из нас подстерегает. Но я не собираюсь так поступать.